Вы согласовали кандидатуру нового руководителя юбилейного. Когда он приступит к своим обязанностям и что это за кандидатура? Можете рассказать? Я знаю, что несколько кандидатур есть у Николая Николаевича. Официально он мне еще никого не представлял. А назначение, то есть 1 октября еще не будет? Ну, я не знаю, это компетенция начальника отдела. Он же у них работателем выступает, он юридическое лицо. Но вы же глава. Да, он мне предлагал несколько кандидатур. Вот. Он говорил о нескольких кандидатурах. Окончательного варианта я пока от него еще не слышал. А среди этих кандидатур Сергей Валерьевич звучала кандидатура? Да. Стукало все. Да, была такая кандидатура. Ну, вы что думаете по поводу этой кандидатуры? Она возможна к назначению? Ну, пока сказать не могу, а окончательных аргументов я от Николая Николаевича еще не услышал.